составлена уже дорожная карта, как мы будем реализовывать этот социально важный проект. Напомню, 4 детских сада – это очень колоссальный объем для нашего города, с учетом того, что актуальный спрос очень большой по местам в детские сады. Уже объявлен конкурс на сегодняшний день по привязке 2 детских садов, и по привязке еще 2 детских садов будет объявлен конкурс чуть позже, я думаю, что в начале следующей недели. Это типовая документация, то есть мы проекты не покупаем, мы их деньги на это не тратим, мы привязываем уже готовую проектно-сметную документацию, это типовой проект, который одобрен Минстроем. Здесь хотелось бы отдельное спасибо сказать правительству области и лично губернатору Олегу Александровичу, потому что вот о том софинансировании, о котором мы говорим, это достигнуто в ходе договоренности с губернатором. А именно, напомню, что 200 миллионов большая часть уходит на 2019 год. Это были договоренности с Олегом Александровичем. Огромное спасибо. Надеюсь, что совместно с областью мы этот проект реализуем. Значит, до 15 июля по дорожной карте уже должны быть заключены договоры на строительно-монтажные работы. Нормативный срок строительства примерно 12 месяцев.